Привет, друзья! Коротенькое видео. HP M104, M132. При установке нового драм-картриджа аппарат стоит в ошибке. Был установлен совершенно новый совместимый картридж производства Bulat, картридж с чипом. Старый драм пришел в негодность, восстанавливать его смысла мы не видели. Поэтому установили совместимый 219 с чипом драм-картридж производства Bulat. Аппарат стоит в ошибке, естественно, не печатает. Не подумайте за рекламу, скорее всего, немножко наоборот. За последние 2 недели это уже 3-й драм именно производства Bulat, который стоит в ошибке. Не сразу я до этого догадался, но чип на драм-картридже стоит неверно. Чип стоит перевернутый, как бы вверх тормашками. И для правильной работы чип необходимо перевернуть на 180 градусов. Установим все это дело в аппарат, и тогда только аппарат выйдет в готовность. Ошибка, соответственно, уйдет. Я задался вопросом, почему так происходит. При установке нового картриджа аппарат не работает. Ну, ладно, я сервис, могу сообразить, что к чему. Выйти из положения, выйти из ситуации. Но если такой совместимый драм от Bulat попадется обычным пользователям или сисадминам, не все сразу сообразят. Я написал письмо Bulat Group с такими же вопросами. Пришло письмо от компании Bulat со словами, что «Здравствуйте, да, такое бывает, что чип стоит в неправильном положении. Мы объясняем, как поменять, проблем нет. Точка». Я все-таки считаю, что это не ответ, и такой крупной организации, как Bulat, стоит более тщательно относиться к своим расходным материалам. Этим видео я хотел предупредить вас, если вы пользуетесь такой же расходкой, имейте в виду, при установке нового драма могут быть проблемы. К качеству печати у меня вопросов нет, печатает чистенько, все красиво, но по чипу у меня большой вопрос. Имейте в виду, такая вот небольшая заметочка, зарисовочка. Спасибо за внимание, пока-пока.